Воспитание девочек – это воспитание достойного поколения страны, считают представители старшего поколения. Чтобы донести эту мысль до собравшихся в ходе мероприятия, прочитаны и обсуждены доклады о правилах поведения девушек, о роли женщины, семейных ценностях и материнстве. Большую роль в формировании сознания нации и воспитании достойного поколения играет в целом образ женщины, заложенный веками. Я очень рада проведению данного мероприятия. В рамках декады проводятся различные встречи, на которых мы обсуждаем вопросы воспитания. В нашей школе тоже проводилось подобное мероприятие, и активность школьников была высока. Круглый стол прошел в открытой форме. В ходе него участники читали стихотворения, молодые девушки задавали вопросы руководителям клубов, получали консультации психологов. Остается ряд вопросов касательно этой темы, поэтому проведение декады – своевременная мера. Я считаю, что в организациях, школах родители должны ставить на первое место воспитание детей. Естественно, чтобы достойно воспитать ребятишек, родителям нужно начать с себя. Сейчас сложно работать с молодыми семьями в школах, не говоря уже о детях. Нужно поднять уровень осознанности в обществе за воспитание подрастающего поколения. В библиотеке также организована выставка книг и публикаций, посвященных девушкам, воспитанию в них чести и благородства. Основная цель мероприятия – акцентировать внимание на формировании достойной и культурной нации. Анель Бесенбаева, Тумарым Бабасанова, Павел Соловьев, Шукан Таукиев, Кокши Акпарат.